трудовых коллективах страны продолжается соревнование под девизом «40-летию победы, 40 ударных трудовых недель». Это поистине трудовая вахта миллионов. В Костроме, на заводе полимерного машиностроения имени Красина, в едином строю несут почетную вахту молодежь и ветераны, участники сражений Великой Отечественной. Через Белоруссию и Польшу дошел до Берлина участник Парада Победы Валерий Федорович Кустов. От Украины до Австрии – таков путь бывшего воина-артиллериста Ивана Васильевича Сажина. Всенародный подвиг. Он будет жить в аллее славы, которую сажали вместе комсомольцы завода и ветераны минувшей войны. Первым своим цветением молодые деревца новой аллеи славы встретят предстоящий праздник Победы.